Привет всем, дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, и для первой подписчицы под никнеймом, вот здесь написано будет никнейм моей подписчицы, я хочу рассказать про аромат от марки Battistone Roma Marte. У меня здесь маленький объем, миниатюрочка. Я купила специально эту миниатюрочку для того, чтобы сделать отзыв в моем видео для моей подписчицы. В принципе, если честно говорить, то я сама напросилась рассказать про этот аромат для моей подписчицы. Ну, я думаю, что она еще ждет мой отзыв, потому что мы уже давным-давно договаривались, я уже давным-давно купила вот эту миниатюрочку. И все откладывала. Прошу прощения, что я затянула вот этот запрос на такое длинное время. Но самое главное, что я выполняю запросы, я вообще стараюсь все запросы выполнять. Если затягиваю, наверное, есть причина для этого. И давайте я скажу несколько слов про этот аромат. Вот когда я открываю крышечку, из флакончика выходит одеколонистый запах. И хочу сказать... кстати, я хочу сейчас нанести на руку вот этот аромат. И будем, значит, немножечко говорить. Здесь кедр, здесь ветивер чувствуется, я уже как бы его потестила, могу даже так уже с памяти говорить. Такой освежающий, красивый и очень сильное сходство имеет с ароматом от марки, читайте здесь. Шикарный, шикарный аромат, мне нравится запах кедра. Мне очень нравится запах кедра, я люблю кедровые запахи. Вот когда пахнет в ароматах кедр, такой хороший кедр. И сейчас я вам хочу зачитать нотки данного аромата. Марте Конченте, мужской аромат, относится к группе ароматов древесные фужерные. Верхние ноты. Артемизия, базилик, бергамот, герань, петитгрейн, розмарин, ноты сердца, кориандр, жасмин, перец, гвоздика. Ноты базы: алтайский кедр, бурбонский ветивер, розовое дерево. Если исходить из пирамидки, которая указана, которая заявлена на сайте Fragrantica, что я слышу в этом аромате? Это у нас базилик, ну, очень-очень отдаленно. В первую очередь здесь очень-очень отчетливо вылазит петитгрейн. Еще у нас есть здесь алтайский кедр. Вот этот, наверное, алтайский кедр и мне нравится. Хотя я не знаю, как пахнет алтайский кедр. Знаю, как пахнет кедр. Вообще кедр мне нравится, как благоухает в ароматах. Я уже об этом говорила. И что еще я могу сказать? Ветивер, конечно же, 100% ветивер. И, пожалуй, все. Розовое дерево тоже слышу. Розовое дерево. Есть там древесность. Во-первых, он очень-очень красивый. Мне он нравится. Я хочу его купить для моего отца. Потому что этот аромат действительно мне лично нравится, для меня, так как он недорогой, отлично подойдет для мужчины в возрасте, ну, от 40 лет и выше, я так думаю.
даже от 30, хотя я не люблю делить на возраста ароматы. Ну, в принципе, для моего отца это просто будет супер. Мне хочется купить его, потому что мне будет приятно слушать аромат от моего отца, от кого-то, можно так даже выразиться, будет приятно слышать вот эту ароматную композицию. В принципе, аромат очень интересный, по цене демократичный. Если вы увидите, если будете в Италии, обратите внимание вот на вот эту красоту. Не проходите мимо. Он, в принципе, доступный практически везде. В магазине как 100% есть, а в остальных не знаю. А сейчас я вам хочу рассказать про второй аромат от марки Bulgari. Называется BLV Eau de Parfum 2. В общем, этот аромат очень красивый. Снимаю отзыв для моей подписчицы под никнеймом. Читайте здесь. В общем, сразу скажу, смотрите на жидкость. Какая жидкость? Вот, как бы вам лучше показать. Вот вы видите, какой цвет жидкости здесь. И что вам напоминает этот цвет жидкости? Я думаю, вы уже догадываетесь. Брызги морской воды. Вот он так в базе и благоухает. Я год тому назад этот аромат купила. Год тому назад, когда я открыла его впервые, ранней весной, и ранней весной я его нанесла на улице, на балконе. Он мне тогда раскрылся красивыми цветами, очень красивыми цветами. Потом появилась какая-то свежесть. В общем, сейчас я вам хочу зачитать нотки этого аромата. Верхние ноты – фиалки, звездчатый анис, лакричник, мандарин, ноты сердца – ирис, пачули, ветивер. Ноты базы – бензоин, французский лабданум, амбра, бобытонка, мускус, цветок хлопка. Выпущен в 2009 году. Если судить по пирамидке, исходя из пирамидки, которая указана на сайте Фрагрантика, я в этом аромате отчетливо слышу фиалки, лакричник, ирис, бензоин. Давайте сделаем пшик в воздух. Ай-яй-яй, красота красотущая. Он вначале какой-то такой фиалковый, действительно, нежный, женственный этот аромат. Я могу сказать, что легкий, и свежесть есть в этом аромате. И эта свежесть, древесная свежесть. Именно древесная свежесть, которую я люблю в ароматах. Поэтому я вам скажу, что аромат очень-очень красивый. Он вам никаких фокусов не покажет. Единственное, что он может вам в разную погоду раскрываться немножко по-разному. То есть он играет, он не монотонный. А в базе на сегодняшний день у нас тепло, воздух очень теплый. Перед тем, как снимать вот это видео, я нанесла на мою кожу, и в базе мне раскрылся хорошей такой свежестью морской воды. И очень сильно мне напомнил аромат от марки Carament Belle, и называется этот аромат Йоде. Такая вот база мне почудилась в этом аромате. В общем, аромат красивый, не знаю, делайте сами выводы, нравится вам, не нравится такой аромат. Если вы будете покупать с интернета без теста, рискуете вы чем? Я думаю, ничем. Я не думаю, что он вас будет раздражать. Если вы любите легкую
свежесть, нежность в ароматах, то он вас не разочарует. Мое видео подошло к концу. Я надеюсь, что мои отзывы про ароматы, которые я вам сегодня показывала и рассказывала про них, вам понравились. Надеюсь на то, что вы будете ставить лайки, если вам видео понравилось. И пожелаю вам всего самого наилучшего. До скорой встречи, дорогие мои. С вами была Татьяна. Пока-пока. Я всех целую. Пока.